Вы когда-нибудь слышали странные звуки, когда издают ёжик? Вот оно. Давай, сдавай свои звуки, сдавай! Так, собака, отойди отсюда, чтобы ты не наступила на этого урода. Нет, 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 нет! Я запрещаю тебе туда подходить. Смотрите, а вот я еще собака познакомилась на даче. Нельзя! Сейчас мы его зашугаем нахер вдвоем. Нам в музей, да? Скажи, его надо. Пшш! Нельзя двигаться! Еще! Нет, не ходи по капусте, блин, нельзя. Тебя Оксана убьет. Нельзя! Нельзя его трогать, понимаешь? Он колючий. Тебе будет потом больно. К ветеринару тебя никто не отвезет. Смотрите, какой он придурок. Где еж? Где он, блядь? Я не могу его найти вообще на... А, вон он, придурок. А вот собака, с которой я познакомилась. Которая ко мне пришла, ее накормила ее. Давай! Ебани его. Он по-любому пошел к семье, надо найти его всех этих. Пофоткать всех надо. Всех надо пофоткать. Не ходи там, абрикос! Смотрите, какая красивая собака. Боже, заберите ее кто-нибудь. Это же вроде овчарочка. Боже, бедный еж, он, наверное, в шоке. Звезда, еж, ты станешь звездой. Если бы этот еж еще повторял, как хомяк, только еж. Здоровый такой кабан. Яблоко Оксаны, походу, наелся нормально так. Не трогай его, он укусит тебя, он же колючий. Давай. Смотри, как он звуки зовет, он такие дебильные. Давай, гавкай на него. Боже, у него сейчас будет разрыв сердца. Все, хватит. Боже, ваш трусит, бедный. Пиздец, мы его убьем сейчас. Ладно, я первый раз увидела ежа. Ты, надеюсь, тоже первый раз. Хотя, если собака живет в огородах, она не впервые такое видела. Он пошел с соседям, я хоть расслаблюсь нормально, могу нормально позагорать. Боже, где я вообще? Что я снимаю? Я ничего не вижу. Солнце светит в глаза. Ёж! Ёж! Пока! Вали на следующий огород! Я тебя уже попоткала, так что можешь валить, валить, валить. Так, это соседи. Не забывай передавать привет. От Анюты Сметанчика. Ёж, ёж. Вали, 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 вали. Я абрикос уже пособирала, так что наезжаю. Надеюсь, я не наступлю.